День добрых дел. Когда Платону было всего 2 месяца, врачи обнаружили у него гликогеновую болезнь. Это значит, что в организме малыша накапливается полисахарид, который нарушает работу жизненно важных органов. Из-за этого возникает задержка в развитии. Врачи долго успокаивали родителей. Будете принимать препараты, все пройдет. Просто ждите. Но мама и папа мальчика стали искать дополнительную помощь. Однажды по телевизору они увидели сюжет о занятиях с особыми детьми в центре «Дорогу и добра». И пришли туда на консультацию. Платону к тому времени исполнилось 3 года. Путь от двери до зеркала. Так педагоги центра называют приход нового подопечного. В большом зале центра висит большое зеркало. Все ребята очень любят в него глядеться. Но сколько страхов надо преодолеть, чтобы научиться подходить к нему с удовольствием. Странные предметы, незнакомые люди – все это поначалу пугает необычных детей. С Платоном педагоги сыграли на интересе. Выкладывали каждый раз на полу разноцветные блоки и по ним проходили в зал. Постепенно малыш включился в компанию. У него ярко проявились музыкальные способности. Платон может любой предмет превратить в микрофон, барабанную палочку или дудку. Он подпевает знакомым исполнителям, причем среди них хэви-метал-группа «Ария». Одной из особенностей ребенка был его страх перед кошками. Странно, ведь обычно детишки без ума от этих животных. Родители Платона это понимали и однажды принесли в дом котенка. Мальчик, на удивление, очень быстро с ним подружился. Теперь они не разлей вода. Родители верят, что благодаря работе с грамотным педагогом их Платон будет делать большие успехи. Они говорят: «В центре «Дорогу и добра» мы прежде всего увидели, что у нас есть путь. Занятие дает нам уверенность, что все попытки важны и однажды все получится». Но без нашей помощи центру «Дорогу и добра» не обойтись. Чтобы он продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем 1/10 необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками, ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.